ставится каподастр на первом ладу, если играть в оригинальной тональности, зажимается аккорд ЕМ, играется шестая, пятая, четвертая, пятая, затем мизинец ставится на третий лад, пятую струну, и играется такой же перебор. То есть бит играется так. То же самое можно сыграть чуть выше. Значит, мы играем шестая, третья, вторая, третья, и зажимаем на первом ладу вторую струну. Кстати, можно играть также с глушением. То есть делается глушение так, играется шестая, пятая, затем глушение и опять пятая. Еще раз показываю, то есть шестая, пятая, глушение. Шестая, пятая, потом вот этот щелчок, такое глушение. Мы просто здесь меняем две ноты. По сути, можем ставить аккорд ЕМ и просто играем. Исполняем сначала шестую, пятую, щелчок и опять пятую. И затем мизинец ставим уже на соседний лад, на третий получается. Шестая, пятая дергается, щелчок и опять пятая. Можно, кстати, такой еще переборчик сыграть. Дергается шестая, четвертая, третья, вторая вместе, четвертая, и потом ставится на первый лад. Первый палец указательный. Шестая, то же самое. Четвертая, третья, вторая вместе и четвертая. Кстати, вы можете играть все то же самое без каподастра. Но это уже будет на полтона ниже, по сути.